Всем привет. Ну вы поняли, где я, да? Пляж санатория Икидун и одновременно пляж для отдыхающих санатория Бирюза. Бирюза мне больше нравится, более бирюзовый цвет такой. Мы сейчас гуляли с Эльзой, я в принципе шел к машине, а потом думаю, а чё я туплю? 222-96-76. Чё я туплю-то? Зайду сразу сюда, на эти пляжи, вон там он, кстати, морская звезда, пляж. А здесь у нас недалеко до Свирска, ну вы поняли где. Обратите внимание опять же на водичку. Водичка просто обалденная, бирюзового цвета. Душ работает. Сделана брусчаточка. Смотрите, какая красота. Сделали. А текила пошла куда-то туда. Ну, ребята имеют, которые объявляют и рассказывают про текилу. Сейчас там начнут выступать и приглашать вас. Это катер, который приглашает в океанариум. Он кричит. Да куда же они идут-то? Я их не догоню так. Я, кстати, не так давно здесь летал, помните? Не так давно я здесь был. Сейчас вот зайдем сюда, на пляж Бирюза, на площадку вверху. Сверху-то виднее лучше, море бирюзовое. Тут он кайфует, народ отдыхает. Вот она, текила. Как вам цвет моря? Парашютики летают, катамараны. Кит. Кита-кот. Он же банан. Девушки загорают. Тут, кстати, с лежаками демократия. Надо? Взял, я так понимаю, не надо? Не взял, судя по тому, что пляж такой спокойный, свободный. Ну, на Свирске мы с вами были. Я не знаю, вышел ролик или нет, увидите еще. Вот такая красота. Народ купается так на... Слушайте, я сам хочу купаться. Может быть, еще будет дневной обзор дополнительно центрального пляжа, где я пойду купаться. Сам. Пока ребята не убежали, пойду к ним спущусь. А то сейчас убегут. В текилу нас не пригласят. А Рустям уже следил, поди уже. Задумались. Ага, не успел. Я так и знал. Вот сейчас она начнет кричать, когда я пойду к ней. Любименькие. Они у вас видели целый год. Да не то слово, я не уезжал даже. Рады с вами познакомиться. Мы из Сочи к вам будем приезжать только два раза в неделю. Привозить дискотеку 80-х и карнавал, как в Рио-де-Жанейро. Билет 100 рублей. Да, мои золотые, мы начинаем с цены, чтобы послушали внимательно. Продано на завтра уже 130 билетов. Разобрали за один час. 130 умножаем на 100. Сначала куда? Куда идут столько людей? Показывай, мои хорошие. От вот этого высокого дома надо пройти всего 10 минут. Клуб «Текила», ребят. Вы туда приехали. Теперь кто? За 100 рублей вы не ослышались. Вас будут развлекать девушки в карнавальных костюмах, как в Рио-де-Жанейро. Надо сходить. Пап, у нас приехали бальные латиноамериканские танцы. Вас будут развлекать танцы живота, брейк-данс. К нам приехало светодиодное представление с голограммой. Девушки будут... Я думал, цвета какая-то приехала, диодная. Нет, цвет. Это еще не все. Мы привезли шоу пиксельных юбок. Если бы девушки были без платьев... Девчонки жонглируют трехметровыми юбками. Пиксельное шоу. У нас приехало лазерное шоу. Парнишка крутит светодиодные элементы. Родные мои, потрясающая программа. Да, отвечу сразу же, почему 100 рублей.
Потому что внутри люди заказывают, и мы с этих денег отдаем артистам. Поэтому билет всего 100 рублей. Заказ любой, чай, кофе достаточно. На какие-то суммы набирать не надо. И еще, мои хорошенькие, программа танцевальная. Вы не только будете смотреть, вы еще и потанцуете. Музыка, «Ласковый май», «Мираж», «Модерн Токинг», «Сиси Кетч». Мы привезли дым-машины, потанцуйте в туманчике. И теперь самое главное. Мы к вам пришли с последними билетами. Идут уже 130 человек. Билеты на завтра на 8 вечера. Программа по 12 ночи, целых 4 часа, ребят, без доплат. Столы бесплатные. Кто с детьми? Обязательно берите ребеночка. У детей будет детское представление с анимацией, с Джеком Воробьем. И все, я замолкаю, я вас больше не тревожу. Если есть желающие, подходите. У нас осталось 25 билетов. Пошлите на праздник, карнавал с дискотекой 80-х. Можно оплатить даже через телефон. Подходите, ребят. Я уже тут. Я уже пришел. Привет. Алексей! Да, да, да. Ну, богатым привет буду. Привет подписчикам, Алексей. Блогер наш местный. Привет, ребяточки. Всем передаем привет. Кафе «Текила» ждет вас. Мы скучали по вам. Приезжайте быстрее. Я потом приду за билетами, вот клянчик. Вот, халява поперла. О, так всю пачечку заберем, может быть, сразу тогда. Сами сказали. Вот такие вот, ребят, у нас дела. Всем привет с пляжа «Бирюза». Может, тоже помашешь ручкой? Приезжайте в Лазарев, у нас там чистые пляжи. Ну, я потом скоро покажу вам самый классный пляж. Это будет потом. Все, ребят, всем пока, всем привет из Лазаревского, с пляжа «Бирюза». Видели, что у меня есть? Это билетики в «Текилу». Цена 100 рублей, сами слышали. В общем, есть повод сделать розыгрыш, товарищи. Давайте задумаемся, как это все сделать. Вот теперь точно всем пока.